Наши зрители знают, что телеканал «Тверской проспект» всегда оперативно реагирует на проблемы жителей нашего региона. Вот и на этот раз в редакцию поступила жалоба от жителей деревни Денисово, сетующих на плохие дороги. Сельчане утверждают, что с большим трудом могут добраться до дома. А подробнее об этом расскажет Наталья Федорова. Деревня Денисово Калининского района – это место, где кончаются дороги. Она расположена всего в 30 километров от Твери, но добраться до нее тяжело, особенно в осеннюю распутицу. А последние 5 километров до жилых домов можно с уверенностью назвать страшным сном водителя. Ведь это почти не проезжие километры грунтовых дорог. В 2015 году нам засыпали дорогу. Щебнем, не щебнем, а ПГСом. Это песчаная смесь такая. Вот. Но ее все, говорят, приедет грейдер, который равняет. И он ее нам всю на бочину сдвинул. Даже видно вот здесь, вот там по дорогам видно, что все, весь щебень, это ПГС весь на дороге. И у нас такая дорога стала, что не проехать, вырыта корытом. После дождей всегда вода стоит. По словам жителей, эту проблему они стараются решить с 2012 года. Сельчане не раз письменно обращались в различные инстанции, но исчерпывающего решения их насущей проблемы пока не поступило. Тогда как более 10 лет вопрос не теряет актуальности. Так когда же начнется дорожный ремонт? Для того, чтобы добраться до деревни Денисово, нужно пройти некую полосу препятствий. Причем не каждый транспорт сможет пройти все ямы и лужи, которые здесь находятся. Именно поэтому каждая семья из деревни вынуждена приобрести себе внедорожник, для того, чтобы удобно проходить всю эту дорогу. Сейчас в деревне проживают 5 семей, в том числе с детьми. Из-за плохой дороги они вынуждены преодолевать сравнительно небольшое расстояние до школы за 40 минут. Нравится вообще тебе дорога? Что ты думаешь? Мне кажется, она очень жидкая, блин, не проехать. Согласно 131-му федеральному закону об общих принципах местного самоуправления, обслуживание межпоселковых дорог относится к полномочиям муниципального образования. Эта деревенская дорога пролегает по землям Калининского района. Мы отправили запрос в администрацию района, в котором проинформировали орган власти о непростой ситуации с подъездными путями к населенному пункту и попросили сообщить о том, когда планируется ремонт дороги к деревне Денисово. О дальнейшем развитии событий мы расскажем в наших выпусках.